Рейтинг работы пресс-служб с региональными СМИ от «Комсомолки» – своеобразный социальный срез, который, к тому же, можно проследить в динамике. Опрос журналисты ведут уже пятый год. Кто прибавил, а кто перестал привлекать к своей работе внимание, можно определить сравнительным анализом. Среди государственных и общественных организаций произошла смена лидера. Безусловный победитель прошлых лет Следственный комитет уступил первую строчку пресс-службе МЧС. Если вспомнить, какие происшествия происходили в Рязани этим летом, например, масштабные пожары, то победа спасателей вполне объяснима. Пусть она и определяется событийностью. Событийность в первую очередь приводит к тому, что выше становится активность взаимодействия со СМИ. То есть, если, например, в прошлом году та или иная организация работала там 60% СМИ, то есть это 60% респондентов, которые были в состоянии ответить на вопрос, как строилась их работа. Вот, то в этом году, например, это может увеличиться до 75%. Это означает, большее количество СМИ интересовались теми проблемами, которые были завязаны на этом конкретной организации, вот, или предприятии. Но это не все. Это не все. Помимо того, что это взаимодействие участилось, нужно, чтобы еще журналисты были удовлетворены этим взаимодействием. И вот видно, что в данном случае пресс-служба МЧС подошла к этому вызову, к информационной повестке, она подошла в очень хорошей форме. Среди коммерческих организаций победа у нефтеперерабатывающего завода. К этой компании у журналистов нет претензий никогда. Превосходную работу, а именно так записано в дипломе, показала и группа компаний «Автоимпорт». Этот успех в самой организации считают вполне объективным. Группа компании «Автоимпорт» – это компания, которая поддерживает в социальном плане многие начинания в городе. Конкретно мы очень серьезно поддерживаем, на самом деле, спорт, начиная от своих сотрудников, вот, и заканчивая различными социальными и спортивными проектами города и области. То, что касается пиара, то, что касается известности компании, формирования общественного мнения по отношению к себе устойчивого, положительного, да, это неотъемлемая часть и коммерческой составляющей в том числе. Это, конечно же, как бы не реклама, и достаточно трудно посчитать отдачу, но я думаю, что почти каждый житель города знает, кто такая группа компаний «Автоимпорт». Лучшую динамику работы со СМИ показала пресс-служба Рязанской администрации. Событий в общественной жизни города в 2022-м было действительно много. Мэрия отработала их максимально возможным образом. Как, кстати, и пресс-служба Рязанской городской думы. У нее в рейтинге «Комсомолки» самый стремительный прогресс.